Хочу еще раз показать нестандартное применение вот этого средства чистящего для ванной комнаты. Смотрите, какую грязь нашла. Это разнос, который ставится обычно в сушилку под стаканы. И со временем вот это вот образуется. Вот так наносим. И оставляем на несколько минуточек, чтобы все это начало действовать. Хочу еще раз показать, что это такая вот грязь, которую даже ногтем не оттереть. Интересно, отойдет ли она после использования этого спитого средства. Ну что ж, уже, наверное, постояло минут 10-15. Напоминаю, мы побрызгали вот этим вот средством. И я начинаю это все протирать. И что самое классное, смотрите, оно уже очищается. Немножко прилагаем усилий. И я думаю, что будет очень классно. И чистите. Результат виден. А те места, которые вот здесь немножечко у нас не отойдут, можно при помощи нашей же губки, поверни, вот так чуть-чуть помочь. Результат очевиден. Смотрите, какая она классная, какая беленькая. Так что вот это средство, это не только средство для того, чтобы прибирать в ванной комнате. Нет, оно спасет в любых непредвиденных ситуациях. И оно очень классно очищает вот этот каменный, уже который налет, застарелый.